А перед просмотром поставь лайк и подпишись на канал. Спасибо! Здорово, народ, с вами Just Jack, и мы продолжаем проходить игру под названием Dying Light. Это 9-я серия, погнали. В прошлой серии у нас помер дед Максим. Эй, Эйден, отличный фейерверк вы устроили. А теперь пора взорвать эту ловушку. Не могу. Нужно сделать еще одну вещь. Да не понял. У нас нет времени. Теперь мы сможем попасть в центр. Им сейчас не до нас. Я обещал Альберта кое-что передать его сыну. Ты хочешь вот закончить дело или играть в доброго вестника? Вести плохие, Хакон. Альберта мертв. Ясно. Но в метро пусто. Второго такого шанса может не быть. Ты... Так. А давайте попробуем сыграть мразь. Я покажу дорогу. Встретимся у Сары и Яны. Давайте пойдем. Иногда нужно отбросить сантименты. Посмотрим, будем играть мразь. По-любому все выбирают то же самое, что и я выбирал. Я решил, что мы будем с вами идти не совсем по стандарту. Будем, короче, пытаться... Так, игра, прогрузись, пожалуйста. Короче, решил я попробовать поиграть по не совсем стандартным ходам. Посмотреть, что будет, если мы... будем с вами отыгрывать такую мразь прям. Я, конечно, понимаю, что немного для этого поздно. Так, все, игра ты прогрузилась. Я надеюсь, тормозов больше пока не будет. Я просто выключал игру, и сейчас карта прогружается, поэтому подтормаживает. К сожалению, ребят, у меня не супер-пупер компьютер, поэтому лаги подлагивания будут. Так. А нам точно это надо? Так, о боже, мы прыгаем, о боже. Короче, бежим. Хочу заспидранить. У нас есть кому, в принципе, проходить все на 100%. Это товарищ Кирилл Парадекс. Поэтому на 100% прохождения смотрите у него. А мы тут с вами занимаемся вообще-то спидран, сказал Джек, который проходит уже 9-ю серию игру, хотя спидраны это за пару часов. Но чтобы спидранить игру, нужно ее хорошо знать. Ни один в мире спидранер не прошел, не установил рекорд, не поиграв в игру, не пройдя ее раз 20-30, не изучая все механики. Поэтому чудес не бывает. Но понимаете, в чем самый главный прикол? Игра за день до того, как появилась, люди уже ее прошли. Меня больше поражают такие люди. Они очень целеустремленные, они очень усидчивые. Я, например, в день не могу столько серий записывать. Эх, ёб твою мать. Оставалось-то чуть-чуть. Я не могу столько сидеть записывать. Меня просто уже начинает ломать. Я максимум могу в день записывать, не знаю, серии по 3, максимум по 4.
Опа! Надо было, наверное, возродиться утром. Не знаю. Погоня закончилась, хорошо. Так, нам осталось 40 метров. Короче, не могу я быть таким усидчивым. Не, это не про меня. Максимально не про меня. Мне с той стороны просто надо было. Видимо, дверь открыть. Так. Вот. Хакон. Хакон Матата, погнали. Здесь. Пошли. Пойдем. Яна услышала, что ты придешь, и они с Сарой ушли. Похоже, ты им не нравишься. Это взаимно. Да ёб твою мать! Спокойно. Как он? Дай взглянуть, я помогу. Главное. Стой, я помогу, покажи. Тихо, ты прорвешься. Что это? Рана от Лазаря? Ты убил Лукаса. Это он убил Если Лукаса? Если бы не те кастеты. Это бы заняло пару секунд все сделать. Да но ну нахрен! А, что ты, блин, несешь? С такими ранами нет смысла отрицать, верно? Это ты вырезал его тату и подбросил бар. А, Вальц, он приказал. Вальц? Работаешь с Вальцем и не сказал мне? Говна кусок. Да ты ладно. Ты не понимаешь. Серьезно? Вальц убил бы меня, как и Дилана. И любого, кто ему мешает. Мне нужно было бежать. Так вот почему он нам помогает. Ты знаешь, что он мучил меня в детстве. Я не говорил тебе, чтобы защитить тебя. Потому что если ты узнаешь о своей сестре, Вальц убьет тебя. Где же он? А, блядь! Где Вальц? Ах ты, говно. Это заводом электромобилей. В туннеле ВГМ. Эйден, здесь мне конец, понимаешь? Они убьют меня. Ты бросаешь меня? Бросаешь? Давайте поможем ему, ты ладно. Ты заслуживаешь сдохнуть здесь. Так в чем же дело? Сначала нужно найти снайпера. Правда? Ты сделаешь это? Да, мы жизнь сделаем за это. Жизнь. И тогда мы будем в расчете. Хотел же говно отыграть. Не получается. Не могу делать такие тяжелые моральные выборы, сука. Видишь чертова снайпера? Нет, не вижу. Посмотри в бинокль. Заткнись. В пизду твои мудрые советы. Так, ясно. Короче, в итоге вообще нам никто не... Знаю, я облажался. Закрыли тему. Так. Эти болты летят быстро и далеко. Найди какое-нибудь укрытие. Будто я и сам не догадался бы, Хакон. Так. Да, нам нужно... Понял. Так, давайте только сначала прокачаемся. Наверное, бег по стенке. Так, обой. Удар о землю, мельница. Точный выстрел. Убийство ножом. Ну, давайте вот так. Это не то, что я хотел сделать. Рядом контейнер с ингибиторами.
твою мать. Да, в полном. Умён, сука. Стреляет по бакам. Сука! Хакон, я тут на виду. Беги, беги. Вот меткая сволочь. Я его вижу, Эйден. Он еще на крышах. Вперед! Понял. Так. Понятно, что ничего не понятно. Так, нам нужно как-то забраться наверх. Наверное, как-то лучше это вот так сделать. Угу. Так. Ага. Допрыгнули хорошо. Так, где-то я слышал. Ладно, хрен с ним, что я там слышал, неважно. Оп. Фух, ну, не подведи. Давай. Прыжок веры! Да твою мать. Давай просто поднимемся наверх, не будем акробатической залупой заниматься. Так, в принципе, довольно неплохо. Хоп! Хоп! Берегись химикатов. Да я понял, я отстань от меня. Хакон. Так. А чё, в смысле? Вот же лестница. Вот, ползи. В принципе, по лестнице оно же гораздо быстрее. Тихо. Ха-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 а
такое. Так. Итак, он не цепляется. Так. Нет, я допрыгиваю. Оп. Задача обновлена. Все, мы пробрались. Попался, гнида. Это что? Сестра? Назад. Это сестра? Почему ты его защищаешь? Кто твой босс? Ёбаный Санта-Клаус. Тебя это не касается! Ёб твою мать! Учись выбирать друзей! А можно мне, пожалуйста, арбалет? Зачем тебе Хакон? Из-за убийства Лукаса? Передай Хакону, это еще не конец! Стой! Да! Ах ты мразь! Я тоже хочу такой парашют! Я тоже хочу такой арбалет, блин! Хакон, ты еще жив? Счетчик еще крутится. Хакон, она сбежала. Можешь выдохнуть. Пока что. Она? Это была женщина? Черт.
Да, и ты ей не нравишься. Что-то личное. Личное, да. Это не сильно сужает круг. Но я знаю, кто это. Осторожней с ней, Эйден. Она одна из самых опасных людей на свете. Учту. А теперь я в Централ Луп. Берегись вальца, Эйден. Ренегаты проникли в центр города. И они работают на него. Ему нужен твой ключ. Хватит с меня твоих советов. Софи, нужна помощь, чтобы попасть в центр. Один чел обещал отвезти меня, но возникли осложнения. Люди Айтера еще отбиваются. Они забаррикадировались в туннеле. Я не могу тебе помочь. А как же наш договор? Спокойно. Послушай, есть другая дорога в центр. Старый туннель под холмами у мотеля Танго. Им пользовались контрабандисты. Миротворцы даже не знают о нем. Он закрыт уже много лет. Но если тебе удастся запустить генераторы, ты сможешь добраться до центра. И ты говоришь только сейчас? Прости, Эйден. Я хочу помочь тебе, но больше всего я хочу помочь Базару. Удачи, Пилигрим. Да понятно, конечно, все же нас используют. Мы же великая шестерка. Так, блин, мне не нравится, что тут куча всякого вот этого дерьма, и как отсюда выбраться? Оно тут везде и всюду. Походу придется прыгать. А что-то я не пойму, с каких пор? Это мы в какой район вообще зашли? Какой-то очень хреновый район на самом деле. Тут смотри, сколько просто этого дерьма. Блин, жесть, конечно. Понимаю, лазить по скалам не самая лучшая идея, да? Да не, вроде нормально. Вроде бы практически нашли, куда нам. Практически нашли. Так, ультрафиолет, восстанавливай нас. Так. Заперто. Поищу другой путь. Конечно, с центрального входа у нас, как всегда, не получится. Но я занят. Просто хочу предупредить, миротворцы зашевелились. Они ищут тебя. Будь осторожен. Удачи. Миротворцы нас ищут? За что? Мы им что сделали-то? Мы же ничего плохого им не сделали. Ну, практически. Немножечко только взорвали их базу, а так... Не страшно же? Откуда они вообще узнали, что это мы?
Туннель ВГМ. Не об этом ли месте говорил Хакон? Вальца нет и в помине. Вот не нравятся мне вот эти вот всякие штуки. Скорее всего, тут этот Крикун, или кто он там, короче, супер-пупер, который убийца, который с первого удара нас убьет. Естественно, это не будет работать. А, черт. Может, здесь есть какой-нибудь генератор? Мы же на ультрафиолете прям стоим. Ладно, давайте искать какой-нибудь генератор. Так, это что? Так, а если мы пойдем по проводам? Ну, судя по всему, всегда нужно идти по кабелю. Не говори, что сейчас придется сражаться с супер-пупер огромным здоровым педрилой. Ну, естественно. Только тебя не хватало. Ясно, нам показали механику. Такой уж он и сложный, больше тупорылый. Как бы, ну такое. Я думал, что тут будет все же этот. А почему ты последний генератор собак сутулая, точнее последний тумблер не нажал? Откуда в этом генераторе все еще есть топливо? О! Итак, посмотрим, что за дверью номер один. Эйден, не звонишь мне, не пишешь. А так все хорошо начиналось. Вальц приказал убить Лукаса. Детектив Эйден не успокоится, пока не закроет дело. Думаешь, я поверю? С какой стати? Потому что Вальц здесь. Стоять! Парни, обыщите туннель. А зачем Вальца убивать Лукаса? Ослабить миротворцев, расколоть на части, посеять хаос. Откуда мне знать? Ненавижу, блядь, политику. А ты выбрал не ту сторону. Что еще здесь обсуждать? Блин, ну чувак. Они штурмуют штаб-квартиру. Базарный, они захватили станцию метро. Какого черта? Ну, откройте эту дверь! Оп, чуваки, вот мы и в одной лодке. Тихо! Я говорил, Айтер. Свет вырубился. Нужно найти щиток. Что здесь происходит?
Кто его выключил? А ты как думаешь? Теперь ты решил поумничать? Я к чему? Идем за ним. Тебе все равно не сбежать. Ладно, ищи щиток с предохранителями. Здесь должна быть подсобка. Чувак, может быть, между нами не все кончено? Другой вход, а вы двое. Давай я лучше вашу сторону выберу. Это лабиринт. Но если Вальд спрячется здесь, он оставил след, как любой слизняк. Мы ждем, Эйден. Да. Чуваки, я уже иду, я же знаменитая шестерка на побегушках. Все нормально. Все хорошо, ребят. Великая шестерка все исправит, все сделает. Все будет шикарно. Так. Окей. Так, потолок непробивной. Сюда мы пройти не можем. Открылось. Эдер, нашел что-нибудь? Тут какие-то провода, но все затоплено. Мне это не нравится, лейтенант. Тут все было вырублено 15 лет назад. Ищи дальше. Надеюсь, замкнуло не из-за этого. Здесь кто-то был. Выдернул шнур. Вообще так этот кабель не работает. Ну, типа не кабель, а защелка эта. Она так легко не отвисает. Ее нужно постоянно держать. В этом ее смысл. Чтобы если силовой кабель вдруг начнет отходить, то вот эта защелочка, будет держать. А он такой взял, отодвинул одной рукой, вторую руку вставил. Вообще молодец, конечно, молодец. Я так понимаю, нам туда. По следам, да. Это непросто. Даже для меня. Блин. Кто-то замер эту дверь. Кто-то запер. А нырнуть? Нету, да, нифига? Так. Ага. Подожди. Хорошо. Запрыгивай, мужик. Давай-ка мы сначала подлечимся, наверное. Ты ответишь за Лукаса. Ты все на поводке у Джека Мэтта. О, Вальц. Прибереги это для суда, а потом тебе отрубят голову. Ты правда думаешь, что все закончится именно этим, лейтенант? Смерть Лукаса — это только начало. Признаешься, что убил его? Взять его. Почему его смерть тебя волнует? Тебе не нравится новая роль? Ха-ха. Новые стимулы, положение, новые возможности. Ты смотри, какая крыса. Неужели я не заслуживаю хотя бы спасибо? Хорошо сказано, но с меня хватит. В наручники его. Я рад, что ты наконец с нами. Заткнись, но... Вальц. Теперь верни то, что украл. Верни ключ, мальчик, или вы умрете. Блять! Ну я по рукам уже увидел, что он какой-то супермутант.
Вот это ля кинематографично, конечно. Вот это хорошо. Вот это неплохо. Ты заплатишь за то, что сделал! Маленький мальчик притворяется, что вырос. Но он не вырос. Он драгоценный маленький мальчик. На! Ой, хорош! Интересно, если бы мы по другому пути пошли, или оно все равно все идет вот к этому, только единственное зависит, может быть, все от диалогов в конечном итоге и каких-то, может быть, сцен. Потому что, скорее всего, мне кажется, это бы все равно к этому все привело. То есть мы бы все равно нас не пускали. Этот Айдлер бы нам сказал, давай приходи сюда, здесь вот такой вот туннель есть, короче, мы тебе поможем. Они такие, да, что здесь происходит, чувак? Это тоже мертв. Короче, понятно, да. Скорее всего, оно бы так и было. Смотри, вон там что-то движется. В смысле, на заводе. Сообщи. Эй, с ним творится что-то странное. А мы сейчас что, превращаться начнем? Ёб твою мать! Ну, понятно, ясно. Мы будем превращаться в какую-то тварь. Мы Веном. Какого черта? Моя голова. Чувак, что со мной случилось? Ты монстр. Что произошло? Ключ. Вальк забрал ключ в АГМ. Все, Вальк. Я иду за тобой. Тихо, не сюда. Оп. Что ж, мы теперь превращаемся в какую-то тварь. Я думаю, что мы половину игры где-то только прошли в лучшем случае. Потому что там у нас есть еще второй материк, а это мы только первый с вами проходим. Оп. Слушайте, ну высота тут приличная на самом деле. Так. Тут все что-то как-то парафинено. Почему так все настолько сильно опарафинено? Так. А мы что, прям настолько хороши? Нет, не настолько. Поздно я увидел, что мы можем зацепиться за стенку и прыгнуть гораздо позже. Да еб твою матерь, все заново. Ну да давайте, ладно. Так, в общем, пока куча догадок и мало ответов. Слушай, нас заставили еще дольше бежать в итоге. Так, ну ладно. Благо, в принципе, мы не сильно долго бежали. Хопачки. Вот, да, тут выступы такие есть. Так. Спидран, спидран. Ран, Вася, ран. Так работает.
Я так понимаю, мы сейчас бежим как раз в новую карту, да? Слушай, ну мы вообще где-то в жопе. Мы вообще за пределами. Меня это пугает. Блин, мужики, вас что-то много слишком. Реально что-то слишком много. Чувачки, там куча зомбарей должно было набежать. Да вы заколебете, заколебете, пацаны, серьезно. Как вам такое? Кто труп? Кто, сука, труп, а, сука? Давай. Честное слово, задолбают прямо, а? Так, что надо? Отыщите вальца. Только высоко. Ага. Не понял, как у меня это получилось, скорее всего. Из-за того, что я умею по стенам бегать. Серьезно. Вот ты сейчас серьезно, все заново. Да, это, наверное, из-за того, что я умею по стенам бегать. Ты-ты-ты-ты-ты. Интересно. Получится нет. Ладно, не будем пробовать. Отдохнули. Отлично. Пора преподать.
Тихо, ты... Ты-то откуда здесь взялся, педрила ты херова? Или ты машешь своими культяпками, говно тупорыло? Ты откуда здесь взялся, тварь? Сука. Так. Мы не можем изготовить, потому что у нас нет блядской ромашки, сука. Здорово, Вальц! Где она? Ты? Я уже тебя убивал. В этот раз убью наверняка. На. Ну, естественно, он пока сильнее нас. Мы ж до конца игру по сюжету не прошли. Ты один из моих. Забавно. Что ж... Прежде чем тебя убить, я дам возможность стать свидетелем важного момента. Все совершает полный круг. Мы возвращаемся к началу. А ты какой-то супермутант. Сейчас ты увидишь, как творится история. История? Нам было 5 лет! Ты мучил детей! Мы были детьми! Вы были частью кое-чего большего. Ты обязан мне тем, что все еще жив. Что ты сильнее других, лучше. Ты даже сильнее, чем я мог представить. Но все же я сильнее. Есть последнее слово? Что ты сделал с моей сестрой? С сестрой? Что ты сделал с Мией? Так. Эйден, ты живой. Подожди, что-то вообще не хуй. Ни хера не понимаю. А это была Мия, скорее всего, которая вот снайпер. Беги. Стой! Надо забрать. Какого хрена? Беги! Он превращается! Куда бежать-то? Подожди, это норм? Ай! Понял. Мне повторять не надо. Вообще, что здесь происходит, я не понимаю. Он в кого-то превращается. Беги! Бегу! Съебываю! На максималочках, на суперскоростях. Так. Ну, нам типа дают понять, что как... 24 метра, 20. Кто-то сбоку, короче. Кто, интересно, в кого он там превратился? Нет времени! Я понял. Оп. Мы бежим по верху, она по низу, все нормально. Вот мы прибежали. Оп. Ёб твою мать, ну почему эти двери сразу-то не открываются? Беги, малыш! Беги, малыш! Беги! Ух ты ж, ёб твою мать! Я боюсь даже оглянуться, если честно, потому что он сзади, 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 он сзади, он сзади, он хочет сломать нам очко. Подожди, а кто? Ну, нам не говорят. Нет, нет,
А дверь передо мной обязательно закрывать, ты тупорылая овца! Беги, говорит, и двери прям передо мной закрывай. А, ты просто мутант, я понял, ты не мутировал супер-пупер монстр, не мизиду какой-нибудь. Так. Понял, это я зря. Да пошел вон! Еще немного, и ты закроешь опять передо мной двери, да? Да хватит закрывать передо мной двери, которые открываются со второго раза. Так. Бежим, дядя, быстрее ускоряемся. Он... Так, 28 метров от нас. Хорошо. Оп. На! Хотя бы здесь тебе спасибо. А это сестра, это Мия. Это наша сестра. Чуть не сдохли. Ладно, а теперь говори, кто ты, блядь, такой? Эйден, а ты? Нет, это не Мия. Почему ты помогаешь? Покажи мне руку. Давай, я не кусаюсь. Нет, это не Мия. У нас кое-что общее. А, она тоже оттуда. Я тоже была подопытной у этих уродов. Угу. Мия, ты знала такую? Мия? Нет. Кто она? Моя сестра. Мы были на объекте ВГМ, я ее ищу. Ну, если она жива, небось продает себя за воду где-нибудь в городе. Что? Я бы ее не винила. Что ты несешь, блядь? Полегче, время такое, мир такой. Просто предположила. Нужно найти ее. Давай сначала свалим отсюда. Не уверена, что этот псих далеко. Ну, конечно, вот эта деревянная конструкция поможет. Эй, стой! Черт, быстро! Так, а куда? Отстой, подожди. Ну вот это был сейчас кшончик хороший, разбавлен. Вход в центр прям... Улуп недалеко. Там мы будем в безопасности. Так. Вход в центр Улуп. Центр луп. Централ луп. Пуп за луп. Военные, они здесь! Привести его. Эйден, вернись на землю. Ты был где-то далеко-далеко. Ты видишь кошмары о том, что он с нами делал? Постоянно. Вот почему я хочу убить этого урода. Так его не убьешь просто так. Под третьим номером. У тебя есть список, правда? А что, похоже, что я шучу? В городе полно мусора, а я та, кто сделает его столицей чистоты. Кто в списке? Кроме Вальца, Мясник, Хакон и... Знаешь что, это длинный список. Еще несколько пешек, которые заслуживают стрелу в лоб. Кто дал тебе такие полномочия? Ты издеваешься? Самый высокий суд на земле. Я сама себя ими наделила, ваша честь. А ты? Что ты делал с этим гадом Хаконом? Знаю, в это верится с трудом, но он спас мне жизнь. Попав в город, я заразился. Биомаркера нет. Базарцы меня чуть не повесили.
Конечно. И я бы так поступила. Он вытащил меня, дал биомаркер, а потом наебал меня. Он всем врет, всем. Когда-то я тоже ему верила. Правда? Расскажи мне. Может быть, в другой раз. Но моя история похожа на твою. Он меня обманул, и погибли люди. Лучше забудь о нем. Или сделай, как я. Когда увидишь его в следующий раз, убедись, что твое оружие под рукой. Так, понятно. Ладно, хватит болтать. Пошли. Властный. Мне нравится. Нам пора. Мне похрен. Мы что-то далеко куда-то не ушли с вами. Да. Что у нас тут в итоге? Эйден, ты тут? Да, иду. Ого. Я думала, это все. А, она даже не обернулась. Похоже, Вальд проводил эти эксперименты тайно. Ёбаный псих. И никто в ВГМ не заметил? Заметили в итоге. Я слышала, что его выгнали. Жаль, слишком поздно. Все, я здесь. А Хакон? Почему он в списке? Это из-за Лукаса? Нет. Хотя мне симпатичны миротворцы, но нет, мне насрать на Лукаса. Скажи. Это, мой дорогой, долгая история. Скажу, что все в этом списке заслуживают пуль в голову, а Хакон заслуживает что похуже. Твою мать! Она всегда была открыта. Мы заперты. Охеренно. Все нормально, у нас есть ключ, мы же его стырили. Это же объект ВГМ, да? Ничего себе! Сработало! Да? А ты как где думала? Где ты это взял? Ты знаешь Дилана? Дилан отдал мне это перед смертью. Его убил Вальц. Вот блядство! Значит, в конце концов он его поймал. Еще Дилан велел найти кого-то по имени Луан. Знаешь, кто это? Да, это я. Может, нам суждено было встретиться. Вселенная не просто так свела нас. Что? Луан, это я. Дилан хотел связаться с Фрэнком. Он сказал, что командир Лукас кое-что нашел. То, что так давно искал Вальц. Он хотел сбежать из города, чтобы это не досталось Вальцу. Ключ ВГМ? Он у меня. Наверное. Лукас погиб из-за этой штуки. И Дилан тоже. Смотри, не стать следующим. Это ценная вещь. А для Вальца бесценная. Так что не теряй его. Берегись! Что происходит? Невероятно! Питание? Должно быть, Вальц включил генераторы. Вальц? Зачем? Понятия не имею. Кто знает, что у него в башке. Давай. Живо, пока снова не выключили. Поезд задерживается. Администрация метро приносит извинения за неудобства. Администрация метро. Будьте осторожны. Чё ты стоишь своими лупозырями, куда-то не понять, куда смотришь? Вот. Быстрее, Эйден. Правильно, Лон. Похоже, дорога в Централ Луп открыта. Ну и понятно, это сделано, чтобы он повернулся, а отвернулся обратно, а она уже типа, короче, такая убежала. Точный выстрел. Давайте пока не будем тратить, короче, очко силы. Рядом контейнер с ингибиторами. Лук. Подожди, у нас есть лук. Где? Да ты ж моя деточка. Поезд задерживается. Администрация метро приносит. Так, а вот теперь мы потратим очко на лук. Удерживайте Ctrl. О! Эйден, сюда! Да иду я, иду. Обнаружен контейнер с ингибиторами. О, контейнер с ингибиторами. Так, что? Повысить здоровье, наверное, еще.
Добавляет пробивной урон стрелку. Я думаю, что мы будем с вами стараться стрелковое оружие улучшать. Так, перчатки капрала. Так. Так. Ну, пока так. Мы идем или как? Я думаю, мы пойдем с тобой уже в следующей серии, потому что эта серия идет у нас 56 минут. Я думаю, этого достаточно будет для этой серии. В общем, вот такие вот дела, ребятушки. Обязательно подписывайтесь, обязательно ставьте свои пальчики вверх, обязательно комментируйте. Всем огромное спасибо за просмотр и всем пока. Куча хорошего настроения! Эй, бро, обязательно подпишись на этот гребаный канал. Ага. Спасибо, бро!